Сегодня в суд пришел и главный радикал Олег Ляшко. Хотя ответственность ему грозит административная, все равно закончилось все скандалом. Генпрокуратура обвиняет Ляшко в совмещении депутатской деятельности с коммерческой. Радикал был очень недоволен, что в суд ему пришлось прийти ранним утром. Заседание не дождался, уехал в Верховную Раду. Впрочем, суд решение сегодня так и не смог вынести. Рассмотрение перенесли на 18 июля. Так что главному радикалу придется провести в Украине еще 4 дня.